такой меховой и джинсы. Сейчас еды у них нету, как было в сезон Мейпла. Мы едем туда же, где мы были на Мейпл. Сироп ездили на тот же фарм. Поэтому на всякий случай я беру с собой еду для детей. Вы знаете, для детей важна еда. Прежде всего какие-то печеньки. Одежду я взяла, покрывало взяла, подушки взяла. Поедем собирать пампкинс. Поехали. Все, вот мы собраны. Сумка с едой. Костя говорит со своим братом. Вот, сумки, все, одежда всякая, тут всевозможная. Нет, пицца будет потом. Все, мы поехали, вот мои очки от солнца. Все, мы поехали на Брукс Фарм. Брукс Фарм. Снэкс, еду я не принесла, мы еще не уехали, ребенок уже хочет кушать. Едошечка, снэкс будут потом. Есть бананчики только лишь, и все, это все будет потом. Бай, поехали. Костка. Вот я их снимаю. Вот какие у нас машиночки здесь ездят. И какие люди там сидят. И люди, соответственно, и в таких машинках сидят. Вот. Костка самая дешевая заправочка. Вы уже знаете, было несколько про это у меня репортажей. Вот. Так что мы уже практически приехали на фарм. Сейчас заправимся, потому что сегодня у Коска заправка до 5, а фарм тоже, мы будем на фарме в этот момент, поэтому мы уже решили заправиться, чтобы спокойно пойти на фарм. Все, надеялись, что Габриэль уснет, но она пока что не собирается даже спать. Надеемся, что это не приведет ни к каким последствиям капризным. Вот, Эдо сидит, скучает, вот, и все время спрашивает каждую секунду, когда мы уже приедем. Да, Эдо? Все, так что мы по дороге. За адмишн, за вход, а там включая таксы $14, вот люди покупают пампкинсы, несут в машины, вот, ну, в общем, вот мои бегут, сейчас все расскажут. Габи уснула, одним словом, она спит. Ну что, тихонечко рассказывайте мне. Там еще Марина есть, не так Марина есть. Серьезно? Да. Вот люди. Вообще не знаю, как там поедут люди, не важно. Вон трактора. Да, и Даша. Кого ты ел? Вы что-то ели? Марину мы ели. Серьезно? Ну так идите, что вы здесь? Кись, мы она идем, спит, да? Идите. Идите за... Там проснется, мы с ней пойти, Марина, покушать. Вот прямо вот так зайти сюда, там, в ряды? Там написано, Марина, все время начинает, что они просто идут, там где-то люди собирают, но платье вроде бы в конце у них там есть. Идите... Хорошо. Of our last round, we've packed them into the barrel, and we're gonna fire them and spray them all over the place. Let's have a countdown starting at 5. This is
is one of the loveliest Thanksgiving Sundays we've ever had here at the farm. I sure hope everybody's having a great day. Mac is preparing for his next shot. We've got our 6-inch barrel here on our classic antique cannon. It is ready to go. Mac's just making a few minor adjustments. Let me hear a countdown, everybody. Let's do it from 5. Anybody know what a duck sounds like? Right, you gotta hear it. 6 ducks ran out one day over the hill and far away. Mother duck said, but only 5 little ducks came back. 5 little ducks ran out one day over the hill and far away. Mother duck said, but only 4 little ducks came back. 4 little ducks ran out one day over the hill and far away. Mother duck said, but only 3 little ducks came back.
Sit. Sit. Good girl. Sit. Everybody help me out. Sit. Sit. Come on, sweetie pie. You are. You're funny. Oh, you're funny. Sit. All right. Yeah. Give it up, everybody. She also loves to dance. Let's see if she'll dance for us. Would you spin? Spin? Ooh. Okay, so spin, not three-point turn. Let's try this one more time. Give it up, everybody! Wonderful. These are our wonderful pot-belly pigs. They were living in the city every week, and they unfortunately get too big for a little apartment, and we rescued them and brought them to our farm to take care of it. And we have been racing and working with them for years. Now, we have our racing pigs in position. Hey! Let's fire them up! There, hang on. Up. Let's try the Sioux shuffle. This is the great dance too. 1 foot in front of the other. 1 hand on your knee. And then Sioux-wee, 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 Sioux-wee. That is the Sioux shuffle. If that does not motivate those snakes, we got a real problem. Let's get the introductions out here. Miguel in lane number one, Emilio in lane number two. Hey, how are you, buddy? Oh, there's seven. You feeling good? Yeah, let's try again. We got Leo in lane three, and Rodolfo is on the outside. Let's get a chant going. Let's get your Sioux dancing on. Sioux-wee, 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 and they are wrong. Oh, Emilio, come on, bud. You get it going. It looks like Emilio wants it, bud. And now we got the two-way race with Leo. Holy crow, what's going on? Нина, тебе не жарко? А? Тебе не жарко? Мне
Инна, за детьми смотри. Не, пусть трогает, что? Габи, иди, тебе Дошка принес трак. Иди, садись. Садись, иди. Индюшка вернулась к себе в домик к своим яичкам. Как делает индюшка? Чтобы она к тебе подошла, Габи, да? Бедная индюшка. Индюшка бедная. О, да. Скажи, блин, не подступиться к вам, индюшке. Никак. Да. Мама, мы сейчас находимся здесь на малиновой на малиновом поле. Ай, Идо, я падаю. На малиновом поле. Идо, не надо, ну Идоша. На малиновом поле, короче, ферме. То есть ферма разного всего. Но, в общем, малина здесь целая куча. И я... No. You can't just be sitting out here eating them. That's not what this is for. Okay. But this is our crop. We make money on them. You need to go get a container if you want to pick. Okay. Right? So you can't just be eating them, sir. Okay. Okay. Sorry. All right. Sorry. I just making a video. Okay. Okay. Thank you. Oh, phew. И мы собираем здесь сейчас ягодки. Да, и мы не можем больше собирать, нужно их, оказывается, покупать. В общем, короче, я говорю Косте, что очень хорошо, что можно было тебя сюда привезти, если бы ты была сейчас в этот период здесь, и вы бы вместе с ним собирали здесь все, что только можно собрать, особенно малину. На фарме у нас закончен. Мы кушаем сейчас, вот все пиццу сидят, кушают, мы еще купили пай. Естественно, зашли в магазинчик, купили за 7,50 пекан, пампкин и пекан с орешками, да, с орешками, с тыквой. Вот он так.